Что тут у нас? Большой, сочный арбуз. Сейчас будет очень вкусно. Какая красота! Пахнет летом. Я больше не могу ждать. Готово? На старт. Внимание. Подожди. Мне нужна ложка. Что? Ничего. Ну ладно. На старт. Внимание. Марш! Ты что, будешь есть его прямо так, Клэр? Зачем пачкаться, если можно взять ложку? Ну, опять-таки, зачем нужна ложка, если можно просто в него вгрызться? Уже 20 секунд, девчонки. Вот так освежились. Дамы и господа, пустая половинка. Большое спасибо, ложка. Давай откроем вместе. Что? Это что еще значит? Привет! Доставка для участниц челленджа. Кому пончики? Ого, какие аппетитные! Да, пончики! И это не забудьте. Вот так. Раз, два, три, поехали. Чокнемся пончиками. Окей, приступим. Упс, промахнулась. О, может, сейчас получится? Да, я закинула первый. Вау, и второй. Ну же, почему не получается? А вот и еще один. Не может быть, два подряд. Да, да-да-да, как тебе? Оу, что за черт? У нее целая башня из пончиков. Да, вот так, я отлично справилась. А вот и награда, время пончиков. Ну, я могу съесть хотя бы этот. Жаль, что у меня башни не вышло. Вау, вот это да, ты выиграла приз. Оу, а я и не знала, что будет приз. Раз, два, три. Не может быть! 100 штук Принглс! Сбылась моя мечта! Не могу поверить, что мне предстоит все это съесть. О, а у меня всего одна штучка. Мне бы столько. Да? Все Принглс мои? Вау, а ты быстро справляешься. Я что, в раю? Кажется, да. Да, я настоящая королева Принглс. Это традиционный наряд королевских особ Принглс. И, конечно, королевские украшения. Спасибо всем. Минутку, откуда здесь сломанный чипс? О нет, их все больше. А, мой Принглс-наряд. Эй, ты в порядке? У тебя галлюцинации. Что случилось? Я была королевой Принглс. Ну, ты что-то об этом бормотала. Это лучше, чем быть уточкой. Окей. Оу, у меня крутая идея. Она все время куда-то убегает. И куда она направилась на этот раз? Как хорошо на улице. А теперь пустим хлебушек в ход. Держите уточки, угощайтесь. Я специально для вас хлеб принесла. Кря-кря-кря! О, утиный принц, я тебя обожаю. Давай вместе. Вау, купон на спа для меня?
Что ж, это круто, а у меня тут крошечная конфетка. Я пойду в спа, увидимся позже. Ну, желтенький мне нравится. О, какая мягкая. Давайте покатаем ее. Врум, бип-бип. С дороги! Вау, зацените, какая крутая машинка. О, минуточку, так-то лучше. Уходи, машинка, ты нам больше не нужна. Вот так. Садись на трон. Эй, мой счастливый листик! Он отлично подойдет конфетке. Главное, чтобы ей было не жарко. Я уж точно заслужила спа-день. Время расслабиться. О, да, больше конфет мне нужны все. О, и в бокал насыпьте, пожалуйста. Спасибо, отлично. Вау, конфетная ванна просто нечто. До сих пор поверить не могу. Я бы так весь день провела. Как насчет конфетной умывашки для лица? Сладкий скраб никогда не подводит. Пришло время съесть эту конфету. Эй! Моя конфета, вернись! Вау, как подлетела! Немного левее, левее! О, она упадет вот сюда! Я уж точно ее не поймаю. Ты что, сдаешься? О, поймала? Нет, ты съела мою единственную конфету. Это худший день в моей жизни. Не знаю, мне вот нравится. Наоми, можно я первая? Та-дам! Вау, что это за штука? И как все это держится вместе? Смотрится неплохо. Ничего себе! Окей. А что же у меня? Всего-то ничего интересного. Съем один, пожалуй. Хей! У меня есть крутая идея. Сперва нальем в стакан колу. А вот и пузырьки. Теперь сделаем вот так. Да, получилось! Круто, правда? Вау! Погоди-ка, придумала! Сейчас вернусь! Хорошо! Ух, надеюсь, этого хватит! Иди сюда, мятный кубик! Шоу начинается! Вау! Что-то точно происходит! Чувствую себя как в джакузи! Здорово! Эй, Сара! Что? Сколько еще можно ждать? Ох, кажется, вечеринка закончилась. Ох, не терпится открыть. Ха, это сэндвич! Простой, скучный сэндвич. А тут у нас что? Обычный хлеб. Ну, все лучше, чем ничего. Для начала хватит одного куска. Хочешь фокус? Вжух! О, вот так-то лучше! Это сэндвич моей мечты! Слой за слоем моих любимых лакомств! Та-да! А мне досталась эта мелочь? Так нечестно! Думаю, я смогу с тобой поделиться! Вау! Спасибо! Ну и громадина! Хорошо, что я голодная. Приступим. Такой сладкий. И солененький. Это было здорово. Ха, твое лицо. Ха, у тебя не лучше. Значит, мы обе выглядим не очень. Тогда продолжим. Давай в этот раз откроем вместе. У меня какая-то кнопка. Ух, маленькая ведерко попкорна. Так мило! Попкорн такой вкусный! И свежий!
И пахнет классно. Ну же, где мой попкорн? У меня только эта странная кнопка. Эй, ты меня слышишь? Обрати на меня внимание. Ну что, ты мне есть мешаешь. Смотри, что мне с этой штукой делать. Действительно странно. Звуков не издает и ничем не пахнет. Ну, не знаю. Попробуй нажать. Вот так. Ох, что случилось? Куда она делась? Может, она внутри этого ведерка? Ух ты! Попкорн движется. Ох, прямо мне в лицо. Вау! Кругом гигантский попкорн. Эй, Сара, смотри, сколько у меня вкусняшек. Вау, ты опять крошечная. Идти по попкорну не так-то легко. Ох, Лиззи пропала. Куда она делась? Наверное, провалилась внутрь. Надо ее спасать. Можно я первая, пожалуйста? Спасибки. Ух ты, смотри, жвачка. Обожаю ее. Такая классная. Открой свою. Может, у тебя тоже жвачка? Вот это да! Это супер жвачка. Она невероятно большая. Моя по сравнению с ней крошечная. Вытяни немного. Посмотрим, какая она. Просто отпад. Вау! Ладно, а теперь попробуем. Ох, вот если бы у меня была такая жвачка. Смотри, как круто я надуваю пузыри. У тебя все лицо в жвачке. Это так. Вау! Да, вот это пузырь. О нет, ты сейчас улетишь. Не бросай меня. Пока! Пришли открытку с места приземления. Я так высоко? Ух ты, земля так красива отсюда. Ах, быть одной так скучно. Жвачки пожевать, что ли? Может, это поднимет настроение? Я падаю! Ура! Ты вернулась! Я скучала! Что может быть лучше новой палетки? Тут столько оттенков! Думаю, мне подойдет розовый. Ууу, так весело! Я готова! О, не круто! Откуда вся эта пыль? Зачем тебе пластыри? Это лайфхак, ты не знаешь? Никакой пыли. Видишь? Работает безотказно. Круто, да? Надо бежать. Вау! Где мои пластыри? Клянусь, я оставила их тут. Они должны быть где-то здесь. Загадка. Вчера они тут точно были. Их было много? Ну и ладно. Что ж, о, закладка. Джули? Не сейчас, я занята. Это мои пластыри. Надо с чего-то начинать. Ну хорошо, бери сразу 100. Стоило догадаться. Они такие красочные. Я буду выглядеть как радуга. Уже места не хватает. О, Джули, у тебя кожа закончилась. Правда?
нога. Надо тебе помочь. Вот, лучше встань. Эй, пора проявить креатив. Наконец-то что-то получается. Последнее. Ух ты, у меня рукава из пластырей. Эй, еще один остался. Вот так. Я устала. Сниму-ка их. После того, как накрашу глаза. Зачем переводить пластыри? А теперь отлепляем. Сработало! Красивым губам нужен сочный блеск. Идеально! Вау! Ну и ветер! Джули? Что случилось? Ветром обдуло, что? У тебя тут немного... Я вся липкая! Хватит смеяться, Кайли! Это забавно? Ну ладно, вызов принят. Эта штука такая липкая. 100 слоев блеска? Ха! Пока все хорошо. Оу, я прилипла? Ну давай, отклеивайся. Ух. Этот блеск словно клей. Фу, надо привести себя в порядок. Не обращай на меня внимания. Я тут на 40-м слое. Ничего сложного. Но становится липко. Выглядит отлично. Эй! У меня уже губы устали. Получается, скоро финиш. Продолжаем. Последний слой. Я не чувствую губ. Серьезно? Отстань от меня. Все, закончила. Что ж, было неплохо. Вау, отличная тема для селфи. Кайли, у тебя такие большие губы. Да, я тоже попробую. Что они туда добавляют? Уф, блеск закончился. Привет, ребята. Хотите увидеть новую палетку? Оставайтесь со мной. Посмотрите на эти роскошные оттенки. Тут как будто смерч прошел. Но я исправлю что угодно. Джули? О, да, Кайли! Подождите секунду. Джули! Ой, ну ладно. Как я и сказала, в этом году в моде металлик. Давайте покажу, как оттенки смотрятся на коже. Эта кисточка самая лучшая. Наберите на нее немного теней и проведите по скулам. Что? Я тут снимаю! Сними это! 100 слоев! Что поделать, у меня просто нет выбора. Вот и первый слой. Использую все цвета сразу. Зато мы увидим, как эти оттенки сочетаются друг с другом. А? Ну же, проснись! Стоит ли зацикливаться на скулах? Можно подсветить и лоб. Не знаю, выдержит ли кисточка такое. Можно краситься пальцами. Я уже похожа на слиток золота. Отлично смотришься, подруга. Я как будто русалочка-робот. Кто-нибудь это смотрит? Ого, сколько зрителей! Чего не сделаешь ради подписчиков, да? Что это за звуки? О, чуть не забыла. Готовы к помаде? Она сейчас серьезно? Эй, Эми, думаю, на этих выходных я начну готовиться к Хэллоуину. Ладно.
О, боже! Не может быть! Я же просила тебя избавиться от этой ужасной фотки! Ну все, Эми, настал час расплаты. Эй, Эми! Что? 100 слоев макияжа! О, нет! О, нет! Ладно. Прости, красивая кожа. Ужас, как будто корка на коже. Мои веки весят 100 килограммов, не меньше. Надеюсь, губы не растрескаются. Все готово. Было не так уж и трудно. О боже! Я страшнее Бабы-Яги! Наверное, я так и пойду на вечеринку в честь Хэллоуина. Вау! Эми, у тебя такой крутой грим! Подойди, дай рассмотреть тебя получше. Нравится? Я сама его сделала. Да, в этом году я стала настоящим профи. Ну, давай же! Ой, мой ноготь! Отлично. Думаю, его можно спасти. Просто нужно закрепить лаком. Странно. Могу поклясться, что оставляла его здесь. Эми, ты видела мои ла... Ага, попалась. Эми, я тебе говорила, чтобы ты не трогала мои вещи. А что? С друзьями нужно делиться. Ну все, я бросаю тебе вызов. Ты должна нанести 100 слоев лака на ногти. Ладно, поехали. Я слышала, что красивый маникюр делает девушку привлекательнее. Не так уж и сложно. Я чувствую себя настоящим художником. Ну же, сохни быстрее. Ладно, еще один. Давай, фен, суши их. Сколько еще? О, который час? Сколько я уже здесь сижу? Вау, ты только посмотри, они похожи на радужные камни. Если честно, довольно тяжелые. Вау! Эми, ты настоящий художник! Это нужно выложить в Инстаграм. Давай я сфотографирую. Сделаем несколько классных кадров. О, похоже, у Эми сегодня спа дома. И она собирается делать парафиновую ванночку для рук. Эй, Эми, что делаешь? О, что это у тебя под глазами? И что это за штука у тебя на руках? Странно. Мой палец похож на свечку. Ты мне весь отдых испортил. Ну, раз ты здесь, почему бы тебе не выполнить челлендж 100 слоев? Ха-ха, попался. Но мой палец, он больше никогда не будет прежним. Начинай, пока воск не застыл. Черт, я же на баскетбол собираться. Ладно, пусть будет спа. Начнем с крема для рук. Поехали. Ой, там так тепло. И странно, теперь в холод. У меня от этой смены температуры голова кружится. На руке всего несколько слоев, а она уже выглядит немного безумно. Вам не кажется? Джастин, и тебе еще далеко до финиша.
Странно, но меня это расслабляет. Я уверен, некоторым даже понравится. Сколько у меня осталось слоев? Я сбился со счета. Ты уже приближаешься к 100 слоям, верно? Вау, это что, твоя рука? Я ее не узнаю. Осталось еще немного. Моя рука больше не помещается в ванночку. И кажется, что она весит тонну. Я могу сесть обратно за свой столик? Эй, сними это. Это мои украшения. Нет, они теперь часть меня. Пожалуйста, я хочу их оставить. Отдай. Отлично. Ладно, пора залезть в ванну и нанести мою маску. Эй, она что, закончилась? Совсем ничего не осталось? О, привет, Эми. Хочу тут маску смыть. Чего ты так на меня смотришь? Проехали. Сейчас я научу тебя больше никогда не трогать мои вещи. Горизонт чист? Пусть Джастин думает, что лосьон для загара – это увлажняющий крем. Только наклейки поменяю и готово. А теперь ждем. Но вначале мне нужно скрыться с места преступления. Посмотрим. О, моей коже не помешает крем. Все, как и было задумано. На твоем месте я не намазывала бы так много, Джастин. Настало время для челленджа 100 слоев. Думаю, Джастин так не радовался бы, если бы знал, что он наносит лосьон для загара. Он себя потом в зеркале не узнает. Я уже устал от этого ухода за лицом. Аккуратней с глазами. А вообще, безопасно наносить столько крема? Думаю, мы скоро узнаем. Ну вот, почти закончили. Нам осталось всего каких-то 20 слоев. Ладно, теперь точно все. И руки не забудь помыть. Хорошо сегодня поспал. О, господи, что с моим лицом? Лосьон для загара? Похоже, кто-то сегодня пропустит работу. Вау, какая интересная книга. Приветик, я отлично прошелся по магазинам. Но как тебе вот это? Здорово, правда? И это еще не все. Ох, кошмар. Ух ты, так классно. Обожаю джинсовые куртки. Зацени этот свитер. Уникальная вещь. Да, впечатляет. Это и правда был шопинг года. Знаешь, самое время устроить челлендж 100 слоев. Пойдем со мной, Брайан. Итак, начнем. Окей, думаю, это не так уж сложно. Третий, четвертый, пятый. Вау! А вот это клевое! Продолжай. Нужно еще больше слоев. Перейдем к толстовкам. Остальное уже не налезет. Слишком много слоев. Нужно просунуть руку в рукав. Это же челлендж 100 слоев. Раз взялся, терпи. Все эти галстуки тоже пригодятся. А теперь капюшоны. Упс. Извини, не хотела закрывать тебе лицо. Остановись! Уже достаточно! Нельзя же без штанов, Брайан. Джинсы реально узкие! Да, мы близки к цели. Еще чуть-чуть. Добавим пару свитеров. Не забудем про головные уборы. Ну это же сколько у тебя кепок! Так, вот еще сумка. Ой, тебе кто-то звонит. Может включить видеосвязь? Скажи привет, Брайан. А что с тобой такое?
Это просто нелепо. Зачем ты это сделал? О, приветик. Брайан тебе перезвонит. Эта игра такая крутая. Эй, подвинься. Классная у меня будет прическа. Да уж, просто отпад. Ну все, я вызываю тебя на челлендж. Челлендж со 100 слоями твоего лака для волос. Да-да, прямо сейчас. Быстро на пол. Я разложу твои волосы вот так. Надо их разгладить и распрямить. Ай, можно поосторожнее? А теперь приступим к нанесению. Попрыскаем как следует. Это так глупо. Не могу поверить, что ты меня в это втянул. Еще один слой. А за ним следующий. Надо, чтобы лак полностью покрывал волосы. От корней до самых кончиков. Используем фен. Это ускорит процесс. Удивительно, что ты вообще умеешь им пользоваться. И готово! Полюбуемся результатом. А, мои волосы. Ты испортил мне прическу. Я выгляжу как настоящий монстр. Точно. Это так прикольно. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Я посижу вот здесь на полу. Похоже, я сделал ошибку.